Ребята, напоминаю, что Кот создал свой клан 1xbet и хочет вывести его в топ. Помогите ему в этом. Прием 4300, хэштег на ваших экранах. Он постоянно кикает неактивных. У них там бонусы, у них там большие выигрыши ждут вас. Выигрывайте у них 1xbet, хэштег на ваших экранах. Приятного просмотра. Предупреждаю, что в этом ролике будут маты. Дорогие друзья, всем привет. Чего я только не видел в Clash Royale. И минус гемы, и минус карты. Но минус золото — это что-то новенькое. Я, честно, уже не хочу даже знать, почему... Как, по каким критериям это все произошло. Естественно, это как-то связано с тем, что я покупал дешевые гемы на этот аккаунт. Но непонятно, почему именно золото, почему именно в таком количестве. Вот, потому что, ну, много непонятных вещей у разработчиков. Может, они обиделись за то, что дали мне так много гемов в прошлый раз, хз. Но я их прощаю, минус 700 гемов — это не так уж и много. Короче, ребят, сейчас я на Хабибе пропаю 4600 кубков. Возможно, сегодня будет стрим на Хабибе. Возможно, сегодня будем апать 4900. Я вас всех приглашаю сегодня на стрим по ссылке в описании. Пожалуйста, придите. Постараюсь начать пораньше, чтобы все успели. Обязательно подпишитесь на канал для стримов Holdic Life, нажмите на колокольчик, потому что на этом канале у меня каждый день проходят стримы, так как на основе висят страйки. Возможно, вдруг кто не знал, обязательно подписывайтесь. Ссылка на канал для стримов будет в описании. Приходите, сегодня будем апать Хабиба, скорее всего. В общем, смотрите, я сейчас апаю 4600, а в следующем выпуске я, наверное, открою сундуки фортуны, может, еще докину гемов. Последнее открытие сундуков фортуны, дабы прокачать мини-пеку и прокачать лучницы на максимум. И вообще все прокачать на максимальный уровень. Сейчас я пропаю 4600. Электродракон. А, ну все понятно. Дефается шахтером. 13-й шахтер! Блять, 13-й шахтер! Это 13-й был шахтер. Ебануться просто с 13-й шахтер. Я балдею. Ну ладно, тут дело не в 13-м шахтере на самом деле. Пожалуйста, спасите меня кто-нибудь. Кто-нибудь спасите меня, пожалуйста. Тихо, брат. Блять, да нет, да ебать просто. Ой-ой-ой-ой-ой, я ебал его рот просто. Ну, в общем, у меня осталось меньше, чем 5%. Вот, я должен сейчас за эти 5% должен апнуть сейчас 4600. Две игры надо сделать. Ребят, я не знаю, блядь, предыдущий соперник с 13-м шахтером подобрался, с фуловой прокачкой. 13-м, блядь, Карл, с 13-м шахтером, вы просто вдумайтесь в это. Это вообще чудище какое-то лесное, я не понимаю, что это. Ну, короче, ладно. Я думал, он уже будет хоговым. Планшет сел! Сел планшет! Нет, нет, только не это, тихо. Чтобы вы понимали, ребята, запись идет 38 минут. 38 минут. Я, наверное, из этих 38 минут нарежу вам там самых таких эпичных моментов. И вот сейчас с этого поединка продолжим. Так, Коргей, поехали. Так, ну мортиру я должен вообще вынести. С Теслой мортира. Ну давайте тоже лучниц. Так, окей, хотя бы печка осталась. Хотя бы осталась печка, и то радует. Блять, хорошо, что у меня печка 13 уровня. Я только сейчас заметил, у него 13 вышки. Гребаная ты мразь. 13 вышки на 4500. Как вы меня заколебали, сука, с такой прокачкой. Пидорасы перекачанные, я вас ненавижу. Ну какого хуя вы тут сидите, а? Да я же хочу подняться, вот, у меня прокачка, вот, опять же, в комментариях, может, напишут: Холдик, а чё ты бомбишь, у тебя же прокачка тоже фул. Так я, ебать, хочу подняться на 5200, не могу, потому что соперничаю с этими ебланами, которые, смотрите, 13-е, мортира, 13-е, лучницы, Тесла 13-е, вышки 13-е. Он чё, припиздок или что? Конец сезона, он где, блядь, был? Целый сезон, где он был? Что ему мешает? Что ему не хватает? Чё он не может подняться? Дебилоиды! Как меня это бесит! Пацаны, я не знаю, как вы в это говно хоть хотите еще играть. Потому что, ну, я же вам говорю, этот месяц, ну, скорее всего, будет последним. Пока нету релиза, да, мы покатаем рояльку, это интересно, забавно. Ну, когда выйдет Brawl Stars, как вам самим не хочется поиграть в Brawl Stars? Как вам в эту помойку еще хочется играть? Я не знаю, вы посмотрите, что происходит на этих кубках. Да они ебанутые на всю голову просто, они тут... Все сошли с ума, прокачка припизженная на этих кубках, 4500, конец сезона, отдуплитесь уже, а? Замечательно.
Фух, все, я перебомбил. Нет бы по лучницам нанести урон, так он по Тесль. Ой, господи, так, мини-пека, 12 уровня, давай тащи только, пожалуйста. Давай, 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 все, отлично. Так, ставим вот так вот печку. Тесла, окей, так. Тут у нас вышибала. Интересно, согреться на печку или на вышибалу? На вышибалу, замечательно. Так. Так. Ну, фаербол. Тут просто надо кидать фаер, иначе бред полный. Так. Пиздец, у него еще и это. Как его? Молния. Просто жесть. Снова Тесла. Да еби его мать. Что за хуйня? Я тупо не могу даже пробраться к его вышке. Блин. Кушать захотелось. Так, все, я понял, сейчас будет добивать меня молнией. Ладно, поехали. Надо его сейчас тупо, пидораса, зажимать. Тупо надо зажимать. Разряд, минус миньоны. Так, ставим. Да давай уже, блин. Просто жесть. Так, фаер, фаер, фаер на лучниц. Фаер на лучниц, хорошо. Так, ну сейчас молния, да, должна быть? Да, молния, жесть. Так, ладно, ладно, лучницы. Я жду его элиток или что там у него. Так, коргигант. Так, коргигант, вышибала. Надо до второго коргиганта, этот сдохнет сейчас. Хотя, нет, не сдохнет, не сдохнет, все нормально. На себя мини-пека принимает урон. Все, сука, сейчас ты обретешь покой. Сейчас, секундочку, сейчас, еще секундочку. Еще одну. Все, ебать, покойся миром, мудозвон, пидорас. Гандон. Молодец, красава, хорошо играл. Неплохой соперник, уважаю. Так, остался, получается, нам снова один бой, 29 кубков. И мы с вами на 4600. Блин, так классно играть. Вообще, блин, обожаю рояль. Вообще, блин, кайфую. Так, 13 уровень. Блин, 13 уровень. Наконец-то какой-то нормальный соперник подобрался. А то все 9, 10 уровень. А тут 13, наконец-то будет легко теперь. Ну, хотя бы башни короля у нас одинаковые, да? Ну, потому что мы же на 4500, тут должны быть башни короля, ну, плюс-минус одинаковые. Ладно, я там, ну, понимаю, 5200, там, 5500, там еще ладно, там типа окей. Вот, ну, а так, на этих-то кубках, то понятно, что нормально все будет. Так, 13-й мушкетеры, да, окей, хорошо. Так. Так, все, фух. Последний бой, Холдик, соберись, ты сможешь, ты сможешь, ты сможешь, просто натяни эту сучку, он же просто, ну он же дегенерат, это же видно по его действиям, просто соберись и натяни его. Так, все, ставим Коргиганта, сейчас полетят, у него орда миньонов там должна быть, но если он не авторскую деку, там у него не хватит мозгов, блядь, на авторскую деку, там еще пека, зашкаливает, зашкаливает, зашкаливает. Тихо, фу, градус, понижайся, понижайся, градус, понижайся. Понижайся, градус, разряд, все отлично, фух, хорошо. Так, ставим печечку, печечку. Я не знаю, как я его буду выигрывать, там гребаный пека. Надо словить его на ошибке какой-то. Пацаны, ролик записываю 45 минут. Тупо 45 минут идет запись. Не знаю, сколько я там нарежу на видос отрывков. Но сейчас идет запись 45 минут. Ну, мне самая главная цель. Вот 4600 сделать сейчас, это самое главное. А как я уже сделаю это не важно. Самое главное это сделать. Все, отлично. Блять, он хилит их. Он хилит их. Блять, он же отхилит их. Он же их отхилит. Он их отхилил почти. Фух, тихо, 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 тихо. Я не вижу, что там, блять, двойной эликсир этот закрыл. Блять, сука. Тя! Промазал. Тихо, тихо, тихо. Я еба. Бля, я еба. Я ебею просто, пацаны. Один мушкетер, смотрите, пол вышки мне снес. Так, ладно. Он наконец-то начал их сплитить. Это мне так тяжело дефаться от него. Фух, так, отлично. Хорошо. Фаербол, ебать. Так.
Ну, поехали. Поехали наносить урон. Что? Так. Так. Электродракон отлично станет. Тут у нас вышибало. Тут у нас вышибало. Тут у нас лучницы. Так, тут у нас разрядик такой вот. Хорошо. Так, прекрасно. Неплохо, блядь, не хватает на... Давай, 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 давай. Пожалуйста, вперед. Да, блядь. Ну ладно, пох. Ладно, пох. Отлично. Он согрелся на этого. Так, печка. И вышибало нужен. Так, все, остался один заход. Все, я этому еблану просто ебучку отрываю. Так, все, отлично. Извините, пацаны, за маты, за агрессию, но я ебал рот их. Просто ебал их рот. Так, фаербол. Еблись. Разряд, разряд, блядь, сдохните, сдохните нахуй, блядь, сдохните. Нет, пожалуйста, сдохните. Пожалуйста, последняя игра остается мне. Тихо, тихо, тихо. Да ну нет, блядь, ну одна игра оставалась, блядь, одна игра оставалась. Ох. Я ебу просто. Поехали дальше. Все хорошо. Это было легко, кстати. Соперник такой, ну, слабенький какой-то попался. Хз, так ощущение, что первый день в игре и прокачка у него так себе. Наверное, еще не знают, что надо карты прокачивать. Как-то, не знаю, такой слабенький игрок. Жаль, что проиграл. Вот. Да. Окей, поехали дальше. Господи, блядь, одна игра остается. Ебучий рояль, одна игра остается. Запись идет 48 минут уже. 48 минут запись идет. Наверное. Ага. Ого. Ого. А ну стоп, стоп! Стоять бояться. Еще одну тычку, давай. Все. Шикарно. Шикарно. И потом после этого снова останется один бой, и я его просру. Классика. Снова Пека. Что может быть хуже? Пека со Спарки против Коргиганта. Что может быть хуже? Наверное, три мушкетера с хилом. Блять, он их тупо отхилил. Я забыл, что у него хил. Ладно. Забейте. Забейте, это говно какое-то. Какое-то говно. Я не могу, бля. Пацаны, сорян. Сорян за... Я там жесть набомбил. Я сейчас думаю, в какой момент вырезать мне с ролика. Знаете, может целиком его загрузить. Все 50 минут. Реально, я записываю ролик 50 минут уже. Так дело в том, что ладно, если бы там, ну, реально не получается, все какой-то ступор или что. Остается одна игра. Играю нормально, а последняя игра остается. То iPad вырубится, то педрило какое-то подберется мне. Ставим Коргиганта с краю карты, короче. Так. Отправляем лучниц на помощь Коргиганту. Там будет Пека сейчас делать порнуху с моим Коргигантом, а я слева буду дефать. Блядь, Пека, гигантский скелет. Да ты чертила, блядь, что? Как можно было додуматься до такой колоды просто? Как можно было до такой колоды додуматься? Так, все, минус вышка. Ставим королевского гиганта сюда. О, все, 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 все. И у него отлетает... Отлетает лицо прям на три короны, вообще давно я три короны... О, класс. Фух, я прям кайфанул только что. О, жесть. Оргазм испытал. Плюс 32 скупка. И нам остается, господи, 25 сраных трофеев. Давайте посмотрим, что тут думает клан. Ура, поздравляю. Хай, YouTube, Холдик, привет. И все? А вот это все боль, мучение, вы вот это не видели, да? Нет, написать... Я в шоке, Холдик, как тебе тяжело, я в шоке. Никто даже не посочувствовал. Ну ладно, ладно. Надеюсь, зрители мои посмотрят это все. И оценят.
Все, последний бой. Все, я собрался, мне ничто не помешает. Ни гроза, ни конец света, ни метеорит, ни свет мне не вырубят, ни контр-колода, ни педрила с элитками, ни с прокачанными картами. Ничто меня сейчас не остановит. Взять эти 400 купчей. Ясно? Все, я думаю, я понятно объяснил. Так. Разряд. Чикс. Опа. Опа, чирик. Опа, ча. Закидываем корки. Две спарки подряд. Ай, Глобал, ты думал, что мне тяжело, да? Ты думал, мне тяжело играть против спарки, и ты решил мне еще спарки. Так мне изи против спарки. Дебил ты, блин, Глобал. Потому что я не знаю, как можно было подобрать две колоды со спарки. Ну, блин, совпадение. Неужели... Ах, ладно. Все, фух, это победа изи. Наконец-то это свершилось. Я взял 4-6. Я уже петь начинаю. Я уже начинаю петь, потому что, блин, я хочу на 3 короны его. Я хочу его вот взять на 3 короны. Вот. Просто иди ко мне, Эдвард. Иди сюда. Иди ко мне, родной. Давай. Сейчас мы с тобой сделаем... Что мы с ним сделаем? Я не знаю. Я не могу придумать что-то интересное, что с ним сделать. Фаербол. И шо, пизданет прям по вышке. Да ты смотри, какой Эдвард. Прям камбэк. Прям камбэк Эдвард. Ну окей, окей. Ну это я тормоз. Я мог сбить каст, но я типа... Ну типа не стал, поиграться решил. Так интереснее. Подогреваю интерес. Ладно. Бревно, окей. Так, дальше что? Лучницы. Поехали. Разряд. Разряд. Коргиган, давай, наноси урон. Хорошо. Отлично. Еще один. Ах, не хватило чуть-чуть. Чуть-чуть не хватило. Так, ну тут у нас мини-пекарь будет. Пека, иди от пека еще гиганта. Ну, придурок. Ладно. Ха, гигант пошел на главную вышку. Замечательно. Так, скелетиков за сколько-то там эликсира будем дефать, нет? Да, дефаем, хорошо, договорились. Сюда мы закидываем спарки с краю карты. Рили, ты рили думаешь... О, отлично, фаербол отличный. Фух, наконец-то. Fuck you, Clash Royale. Ребят, короче, ну я не знаю, как можно пропустить стримчанский сегодня по Clash Royale, когда я 4600 апал вот с таким вот просто фейспалмом, то что будет на 4900? На 4900 у меня будет другая прокачка. Пау! Искатель 2. Искатель 3. 3, я извиняюсь. Искатель 3. Все, ребят, ждите, сегодня будет видос, последнее открытие на аккаунте Хабиба, после этого, когда этот ролик соберет 5к лайков. Последнее открытие. Я прокачиваю фул колоду, и мы сегодня на стриме топим. Возможно, даже я закончу как раз до субботы. Участвуйте в розыгрыше, подписывайтесь. Давайте откроем сейчас, выбьем Легу, смотрите. Не получилось. Все, ребят, фух, пойду делать этот ролик. Смотрите, вот просто посмотрите на это. Просто на это посмотрите. Сейчас сфокусируюсь. 54 минуты. Я думаю, что я нарежу на минут 15. Все, прощаюсь с вами, пока.